Более 500 школьников и 120 педагогов со всей страны предстоящие 4 дня проведут в столице Золотого кольца. Уже завтра в Арене 2000 стартует форум профессиональной навигации «Траектория». Поезд с командами, учениками 8-11 классов, имеющих особые достижения в инженерно-технических и естественно-научных областях, прибыли вечером прямым поездом из Москвы. Первые впечатления о городе и ожидания от предстоящей работы дети высказывают прямо на платформе. Доехали, отличное настроение, тоже просто замечательное. Я приехала второй раз, жду только хороших ощущений. Что ожидаете от форума? Отлично. Я не знаю, что будет на форуме. Я первый раз и в предвкушении хорошем. Настроение уже прекрасное. Ожидаю новых знакомств, много всего попробовать, узнать и все-таки определиться, кем хочется стать. Отмечу, что программа Всероссийского форума «Траектория» построена вокруг 6 глобальных вызовов современности. Экология, культурный код, производственная революция, здоровье, среда обитания и безопасность. В течение 4 дней школьники и педагоги будут работать с кейсами работодателей, ведущих российских компаний. Ожидаются лекции, мастер-классы. Авторы лучших решений смогут претендовать на трудоустройство, а также получение высшего образования в вузах страны. Все дни профориентации на площадке в арене будет работать интеллектуальная студия Первого Ярославского. Участники смогут окунуться в мир съемок и журналистики, а также создать свой выпуск новостей. Официальное закрытие форума «Траектория» назначено на вторник, 26 ноября.